Привет всем! Сегодня приготовим сырные капкейки. Натираем сыр на мелкой терке. В глубокую чашу вбиваем 3 яйца. Перемешиваем. Добавляем молоко, перемешиваем. Добавляем растительное масло, опять все перемешиваем. Теперь добавляем творог, натертый на мелкой терке сыр. Опять же перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 120 грамм муки. Перемешиваем. Солим по вкусу. Опять же перемешиваем. Формочки для капкейков смазываем растительным маслом. И выкладываем наше тесто. Отправляем капкейки выпекаться при температуре 180 градусов 25 минут. Все, наши капкейки готовы. Они очень вкусные, нежные и легкие. Можно сделать сверху крем из творожного сыра с чесноком и зеленью. Я думаю, будет еще вкуснее. Отказаться невозможно. Приятного вам аппетита, друзья!